Снегопады заблокировали тысячи авто на дорогах Испании. Десятки дорог в стране перекрыты. Из-за сильных снегопадов в Испании несколько тысяч автомобилей оказались заблокированы на дорогах. К ликвидации последствий снегопада подключены военные, сообщает РИА Новости Украина. По сообщению Генерального дорожного управления Испании, несколько десятков дорог были перекрыты. Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась на трассах А6 и АП6, соединяющих Мадрид с северо-западом страны. Около 4000 автомобилей оказались заблокированными. Водители провели на этой дороге ночь. На ликвидацию последствий снегопада отправили около 250 военных. Днем в воскресенье военное подразделение службы по чрезвычайным ситуациям М сообщило, что удалось разблокировать все автомобили на трассе АП6. Экстренные службы, Генеральное дорожное управление и Гражданская гвардия рекомендуют не пользоваться автомобилями без необходимости. Однако в Испании завершаются рождественские праздники и многие вынуждены садиться за руль, чтобы вернуться домой. На трех десятках дорог разрешено движение лишь с цепями на шинах. Повышенный уровень угрозы из-за снегопада введен в трех десятках провинций по всей стране. Напомним, на текущей неделе сильные снегопады, ураганный ветер и морозы обрушились на северо-восточные штаты США, от Техаса до Мэн. В Нью-Йорке и Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение, синоптики ожидают до 30 см снега и уже назвали природное явление циклоном Бомбой. А тем временем в Сиднее стоит рекордная жара, которая последний раз фиксировалась 80 лет назад. По материалам сайта newsgro.com.